Здорово, подписоты, у микрофона DM Архитект. Сегодня я хотел бы вам поведать о такой охрененной игрушке, как From the Depths. Вкратце, это воксельная песочница с элементами реал-тайм стратегии. А это значит, тут есть кубики, хуюбики и прочие непотребства, из которых можно строить всякий швах и с его помощью воевать. Напоминает Рыбакрафт или Кроссаут, не так ли? Но постойте-ка. From the Depths. Это не какой-то там фритупойный кусок говнища, а вполне себе самостоятельный проект, хоть и в раннем доступе. То, что вы ни разу не слышали про эту игру до этого, или слышали от каких-то мелких ютуберов типа меня, это совершенно нормально. Ведь разработчик тратит средства на разработку, а не на рекламу, что в наши дни вообще крайне редкое явление. Окей, с предысторией вроде разобрались. Пора взглянуть на сам игровой процесс. Так, игра загрузилась, если ты, конечно, ничего не нажимал в течение 20 плюс-минус секунд, как это и было сказано на загрузочном экране. Так, главное меню. У нас тут что? Настройки, обучение, мультиплеер, синглплеер. Ну, конечно же, идем в одиночную песочницу. Ибо в мультиплеере это пока особо никто и не играет. В основном все расселись по приватным серверам и играют себе с друзьяшкой. А у меня друзьяшек нет, я такой ебан пилю видос. Конечно, стоило бы для начала пройти обучение, но если ты English who English, то тебе оно не сильно-то и поможет, и брусификаторов до сих пор нету. Ладно, не переживай, на самом деле я уже освоился в этой игре, поэтому сейчас будет краткий экскурс по управлению и базовым основам строительства. В режим строительства мы попадаем после нажатия английской клавиши B. Как определить, что мы строим? Для допила существующего крафта переходим в режим строительства, глядя прямо на него. А для постройки новой боевой единицы, глядя на любое пустое пространство. Свой первый крафт лучше всего строить целиком из дерева, чтобы не нарушать традицию о нетонущем в воде. Так, кстати, при строительстве можно использовать оси симметрии. Симметрия может быть как по блоку, так и по линии, так что можно делать крашеную как в четное, так и в нечетное количество блоков, он все равно будет симметричным. Переключение режимов симметрии осуществляется нажатием английской клавиши N. Там, кстати, слева белым текстом написаны подсказки по интерфейсу, они у вас тоже будут. В принципе, поочередно понажимав все эти кнопочки, можно более-менее в этом интерфейсе разобраться. Что ж, пока я все это рассказывал, для демонстрации игровых механик я построил вот такую вот коробочку 7х16. Чтобы понять, где у нее перья, достаточно посмотреть на огромную зеленую стрелку в центре экрана, которая ехидно пронзает выбранный нами для строительства элемент. Ну, я для удобства спереди еще повешу вот эту верхушку мачты. Как видим, наш деревянный ящик прекрасно держится на воде. Теперь попробуем заставить его плыть. Самый простой способ — это взять аккумуляторную батарею и электродвигатель. Все необходимое находится во вкладочке ресурсы. Запитывать этот двигатель будет два грибных винта, а для поворотов нам понадобится киль. И то есть в разделе бота. А для управления нашим ящиком возьмем контроллер из соответствующей вкладки. Более дорогой металлический вариант пригодится для разных типов крафтов. А вот деревянный может контролировать только наводные, моторные или парусные суда. После того, как все элементы установлены, свершилось чудо. Наш ящичек поплыл. Да, кто не заметил, подсказки по управлению вверху слева. На разных контроллерах клавиши для управления тоже разные. Окей, хорошо, ящик поплыл, а что дальше-то? Дальше, друзья мои, подключаем свое инженерное чутье. Для начала придадим нашему судну менее кубическую форму, сгладив нос, благо для этого здесь блоков более чем достаточно. Также попробуем новый тип двигателя, работающий на топливо-воздушной смеси, и посмотрим, чем он отличается. По сути, он собирается так же, как обычный двигатель внутреннего сгорания, но без блока цилиндров. Данный двигатель состоит из генератора и цилиндра. Если нужно больше одного цилиндра, придется использовать коленвал. Чтобы двигатель работал, нужно взять на борт резервуар с топливом, а чтобы он выдавал адекватную мощность, каждому цилиндру имеет смысл присоединить карбюратор или инжектор. Итак, теперь, когда корпус стал более сглаженным, лодка перестала терять скорость после погружения носовой части под воду. Посмотреть разные параметры крафта можно, понажимав одновременно клавиши Shift и P. Там не только сопротивление и стоимость, но еще много всяких полезных плюшек. Хорошо, с движением разобрались, теперь вкусненькое. Оружие. Как видим, тут есть простое оружие, ракеты, пневматические пушки, продвинутые пушки и даже, упаси господи, энергетическое оружие. Подробно по каждому типу вооружения я пройдусь в отдельном гайде, если тема зайдет, а пока остановимся на простых пушках. Здесь все довольно скромно. Большая пушка, маленькая пушка, пушка, стреляющая очередями, и лазерная пушка. К
Каждая пушка из этих пушек использует боеприпасы для пушек. Находятся эти боеприпасы во вкладке ресурсов, и при уничтожении, кстати говоря, блок боеприпасов имеет свойство нихуёво так взрываться, вынося все в радиусе 3 блоков. Само по себе простое вооружение довольно беспонтовое и больше годится для наведения шумихи, нежели для реальных сражений. Что ж, на этом, пожалуй, я перестану вас грузить и подведем кое-какие итоги. Как мы только что выяснили, в From the Depths можно строить, плавать и стрелять практически одновременно. А это значит, что аналогов этому вооружению в мире не существует. Steam-версия данного проекта на данный момент стоит 419 рублей, но по скидке ее можно урвать и за 80, и даже за 60 вечно деревянных. Для тех же моих зрителей, которые не уверены в покупке данной игры или у кого просто нет денег, оставляю ссылочку на архив с данной игрой в дропбоксе. А вот верить мне или админам пиратских сайтов с кучей рекламы, это уже вам решать. Также в описании ссылочка есть на мой канал в Discord и ссылка на мою страницу ВКонтакте, где можно в личку доебаться за микрофон. Спасибо за просмотр, удачи и до новых видео.